Этот момент, значит, в песне мы будем играть с шестого лада, баре на шестом, значит, ладу, мажорное баре. Здесь у нас сначала будет удар вниз, это будет щелчок, а удар вверх у нас будет полный аккорд. Вот, с помощью левой руки, то есть мы, когда ударяем вниз, мы немножечко отпускаем струны, чтобы они у нас были приглушенными. Вверх мы опять зажимаем. Далее будет аккорд ЕМ. То же самое, значит, здесь мы сыграли раз, два, раз, два, раз, два. Далее будет баре мажорное с третьего лада. И с пятого лада. Еще раз.